И начинаются игры 4-го кубка «Спорттек» по мини-футболу в группе «С». Сейчас встречаются «Маэск» и «Интеррао». «Маэск» у нас в форме синего цвета, «Интеррао» в черной форме с краплениями лазурного цвета. В общем, яркая форма, яркая команда, притом к одним и к другим это относится. Ну и дерби. Встреча «Маэск» и «Интеррао» — это всегда очень и очень интересно. Высокие результаты показывали в прошлых кубках. Во всех соревнованиях, в которых участвуют, стабильно входят в первую четверку, пятерку как минимум. Наверное, периодически все-таки мимо тройки пролетают призовые. Ну, когда будет время, и если вдруг этот матч не будет богат на голы, то будем вспоминать официальную статистику. Но сейчас пока не хочется на это тратить время, все-таки старт поединка. От него очень многое зависит. Вторая пара команд из группы С — это ФСКС и «Уютный город». Тоже два очень серьезных спортивных коллектива. Так что здесь каждый матч может стать решающим. Удар, штанга добивания будет. Защитника попадает мяч. Он останется у «Интеррао». И вот сейчас гол неожиданный. Понятно, что «Интеррао» нагнетал. Но цикового и розыгрыша, и удара не было. Я думаю, что такое начало матча не должно нокаутировать «Маэск». В случае чего тренер приведет их чувства. Пока еще рановато брать тайм-аут. Вроде бы в целом все нормально по движению, по расположению. Чуть-чуть просто не повезло с пропущенным мячом. Не досмотрели. Возможность для контратаки «Маэск». Свисток, и мяч не засчитан. Адер развел руки в стороны. Было нарушение правил. Маэск пытается мяч забрать под контроль. Памшев. Только вратарю можно передачу владеть. Все остальные закрыты. Памшев снова к воротам оказался прижат. И вот маэсковский прессинг. Столкновение игровое.
Борьба за мяч. Интер Рао Немаес пока не показывает своего настоящего футбола. Те и другие стараются играть от соперника, в итоге не получается ничего. Что-то было такое, да. Первый тренерский тайм-аут. Да, первый тренерский. Первый тренерский во второй. И создает пространство маэсковцы. Маэско с мячом. Вот у нас сегодняшний день показывает, что команда, которая выигрывает в первом матче в своей группе, выигрывает в группе в целом. Памшев. Борьба корпусом довольно серьезная. Но группу С все называли группой смерти. Здесь друг друга жалеть не будут. Памшев пытался на перехват успеть. Снова очень жесткая борьба за мяч. Высочайший прессинг Маэс, который длится уже минут так несколько, и выгрызли мяч. До перерыва минута. Памшев во дворе хорош. Передачу надо делать, успевает. Но здесь на одном фланге собрались и не прогадал. Памшев забивает. 2-0 в пользу Интеррао. Вот забивает Интеррао на первой минуте и на последней минуте. Причем я только на мажоре смотрю, что происходит. Не мудрено понять, что теперь 0-2 отыграться будет тяжелее. Перерыв. 3 в счете, 2-0.
2-0 начинается второй тайм в матче Интер-Рао и МОЭСК. МОЭСК играет в синей форме, Интер-Рао в черной. Интер-Рао забивал, а сейчас гол! Здесь не поможет и не нужен даже специальный арбитрский ассистент. Технология, которая показывает, пересек мяч линию или нет, все понятно и очевидно. Это гол! 1-2. Вот теперь будет попроще МОЭСКу с точки зрения непосредственно счета и с точки зрения морального состояния. Поняли, что могут сами забивать. Был фол, да. У него в передачу сделал. У него. Выход 1-1, штанга. Сколько же сегодня попаданий в каркас? Довольно много моментов. Снова лезет вперед МОЭСК. Они без мяча играют в высоком прессинге, а когда снаряд у них. Тут и говорить нечего. Лунигов. Двух убрал на замахе. Момент. В центре никого. Нарушение правил. Стандарт в виде исполнения МОЭСК. Ну, до ворот здесь, конечно, очень далеко. Кирилл. Прием. Алло, Кирилл. Да, со всех сторон тебе прием. Слушай, ты сильно занят сейчас? Есть у тебя минутка? Да у меня Вадик приехал, комментатор. Второй. Можешь встретить около турникета? Он вошел, чтобы он... Уже стоит там. Ну, давай, 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 спасибо, давай. Вадим. Вадим. Да, давай. Вот
вот ты как вошел в рамки, подойти к лестнице, вот, которая на второй этаж ведет, которая вот прямо сейчас там парень спустится, Кирилл тебя встретит. Мамшев. Еще одно нарушение, количество фолов растет. Ну вот теперь действительно неприятно. 4 фола. Шестой и последующий, напомню, наказывается 10-метровыми штрафными ударами. Лунигов. Лунигов. 2-1. Очень скользкий счет для Интеррао. Ну, ничейных результатов в матче лидеров мы сегодня пока не видели. Вообще, ничья одна только за весь день. 1-1 сыграли Газпромтранс и транспортная компания Русгидро. Тайм-аут берут футболисты Интеррао. Возвращаются команды на поле. Я думаю, что Интеррао брал тайм-аут не для того, чтобы отдышаться. Тренеру нужно было внести коррективы в игру. Геннадий Ионов тоже наверняка дал советы, как нужно вести игру. Да. Мяч идет в аут. Время играет за Интеррао. Пятый болевой игрок вышел у Маэс. Интеррао состав ротирует. Ну и вот сейчас почему-то Маэс прессинг высокий не идет. Хотя следовало бы. Лунигов. Значит, свалился у него с ноги, но остался в поле. Показалось, что еще мог то ли голеностоп подвернуть, то ли, не дай бог, дернуть заднюю поверхность бедра. Лунигов — это очень серьезная потеря для Маэс. Центр команды, человек, который может сыграть и впереди, я всегда вовремя отойдет к своим воротам. Главное сейчас Маэску мяч не тереть, и потери все-таки случается. Развернулся, ну, слишком долго разворачивался. Памшев. Ну, вратарь здесь первым на мяче будет, вне всяких сомнений. Главное сейчас Интеррао, чтобы время шло. Две минуты до конца. Да,
короче, мы сейчас с тобой местами поменяем. На самом деле, прошу пройти прессу, потому что мне уже флотом школы звонят, говорят, когда ты будешь. В смысле, я сам там буду. Короче, да-да-да, на запись, как бы, уже сегодня никаких лотерей не будет, церемонии не будет, объявлений, скорее всего, тоже не будет, но если нужно будет, то вот этот вот, да, микрофон, вот этот вот он мутируется, если что. Значит, вот расписулька. Вот здесь осталось 2, ну вот 5 матчей. В принципе, так нет. 2 тайма по 10 минут они играют. Вот. 4 в поле, 1 вратарь. Вот это вот все группа С. Да, тут всего, значит, 3 группы по 4 команды. Регламент такой, что первые 2 выходят точно, третья, ну тоже скорее всего, выходит. И все. Значит, вот это вот четвертый турнир по мини-футболу. Какого минута последняя. Последние минуты, напомню, у нас чистая. Интеррао висит опасно на 4 фолах. 6-й и все последующие фолы наказываются 10-метровым штрафным ударом. Поэтому еще один раз можно свалить Интеррао достаточно безнаказанно. И если сейчас Моэску не удастся забить, то рискуют они уже не подняться выше второго места. У нас практика показывает в группах, что команда, которая выигрывает первый матч, выигрывает, соответственно, и всю группу. Если что, составы вот здесь убрать. По-прежнему в 5 полевых игроков действует Маэск. 18 секунд. Секундомер. Да, сейчас не сразу остановился, но это рабочие моменты. Лунигов, удар его. И здесь, по-моему, игрок МС помешал мячу в ворота зайти. Ворота пустые. И ну, здесь уже не столь важно, забит мяч или нет. За 2 секунды ничто не успеет сообразить МС. Здесь остается только сразу пробить по воротам и услышать финальный свисток. Время!